прохладный воздух такой. Муж пошел в магазин. Обед у меня сготовлен. Рассольник с курочкой сварила. А вот овощи нужны и сметанка, сливки. Лук килограмм 52 цента. Я лука очень много использую везде. 52 цента стоит. Бананы. Евро 29. Бананы в творог. Лимоны. Евро 79 килограмм. Лимоны не очень, вот так скажем. Морковка 59 центов. Скоро, наверное, морковки не будет, как картошки. Скажут, невыгодно выращивать. Что такое 59 центов торговли? А за сколько ее сдают? Наверное, вообще за копейки. Красная паприка. 2,79 килограмм. Одна огромная, другая маленькая. Тоже везде кладу. Первое, во второе. Так, какой вот арбуз. Три с половиной килограмма почти, 55 центов на евро 90. Представляете, если целый взять, сколько он будет весить, его не дотащить, если этот кусок 3,5 килограмма. Рис 2,19. Так, здесь полкилограмма. Сметана евро 45. Кстати, хорошая сметана, 20%, полкилограмма. Ряженка евро 59. Вкусно, мне тоже она нравится. Вот такие вот сливки 49 центов. Он нам надолго. Он евро 85 стоит и 76 центов скидка. Так, 16,76. Давление, время 8 утра, понедельник. Сейчас завтракаем и идем выводить Жичулечку. Врачи, наверное, улетать собираются. Столько их много, и вот к нам на поляну сюда прилетают прямо стаи. Сегодня обещали солнышко яркое, без туч. Вот такое вот небо. Никакого яркого солнышка еще пока нет. Идем выводить Джиджульку. Время 8:30 утра, понедельник. До сих пор здесь ничего не засыпано. Вон яма какая тут. Прыгать надо. Оп. Вот. Что это здесь за велосипедисты едут? Наверное, те велосипеды там у школы и стояли, да? Да. Опять не сворачивает куда-то в другую сторону. Вот градусник показывает 17 градусов. Но как-то очень-очень сыро. Прям сырость везде проникает. По всему городу копают. Такое чувство, что вспомнили, что надо трубы поменять. Осень же заканчивается. Дети в футбол играют. Вон сколько механизмов. У нас всегда уроки физкультуры на улице проходили уже в конце дня. Последними уроками. А здесь, представляете, вот они набегаются. Какая математика, физика будет? Урок физкультуры идет на улице с тренером. Представляете, вот этот садик, посмотрите, как ухожено все, вся территория, и его будут ломать, и вместо него школу строить. А спортсмены на велосипедах нас уже догнали.
по всему городу ездят. Тоже урок, видимо. Уже все, уже в бой, уже рвется в бой этот джип. Джип он накрутил, закрутил. Ты, зайка. Ой, ой, ой. Все. Какой ты молодец, какой ты умница, сидишь, да. Вот какой ты хороший мальчик. И что они там кому сигналят, да? Молодец, заслужил. Все дела сделал, умница. Вот по кругу гуляем. Сегодня собачек очень даже мало. Гулять приятно. Видите, какой кустик интересный. Это же ведь декоративная какая-то вишенка. Вся в ягодках. Вишку снимем с тебя. Давай снимем. Стой. Стой, подожди, я снимаю. Прыг. А что ты задумался? Ну-ка иди прыг сюда. Иди ко мне. Ну-ка прыг. Джиджик. Джиджик, иди сюда. Ты что за дела за такие, а? Я с тебя шлейку сняла, и ты все? Ты уже меня разлюбил? Иди прыг сюда. Джиджулька не желает. Ну-ка, прыг, иди ко мне. Иди ко мне. Смотри, а? Да, а что это с тобой сегодня? А? Что сегодня с тобой? Красивый мой мальчик. А? Нравится, что снимает. Да? Не нравится тебе, что тебя снимаю я, да? Не нравится, нет. Иди сюда. Иди ко мне. Иди, вот так. Ты моя умница. Ты такая умница моя, да? Умница. Да. Вот. Такой красивый, да, красивый мальчик. Лапуська. Не хочешь, чтобы мы уходили, да? Нет, не хочу, чтобы мы уходили. Мы с тобой часик посидели. Картошку. Сегодня понедельник, не так много народу продает. Дурки 3 евро килограмм. Столько знакомых мимо каждого проходит и поболтать со всеми надо. Я говорю, меня бы не было, ты бы полдня ходил, вот так со всеми болтал. Под солнышко сегодня обещали, так его и нет. Кстати, на улице не холодно. Какие-то птички уже прилетели, клюют рябину. Какая-то. Без очков не вижу. Ну вот, что за птички это? Вон как разрослась. Такая большая-большая. Девять сорок две. Такие вот перчатки с
цветочки свои. Покажу вам красивые свои. Вот такие вот перчатки. 100 штук. Их надолго-надолго хватает у меня. 7,99. Они со скидкой. 3 евро скидка. Хлебушек наш любимый. 1,25 €. Скидка 36 центов. Вот такая колбаска. 1,55 €. И чай. Нашего чая нет, но это с клюквой, с малинкой, с клубникой тоже хороший. 1,99 €. Вот такие вот у хуторянина, у которого мы все время покупаем картошку. Я помидорки купила. Они еще не совсем красные. Вот несколько штучек покраснее. Пахнут очень вкусно. Прямо вот помидоркой. И вот такие вот две упаковки семечек. 3,25 € стоит одна. 300 грамм. 300 грамм, да, по-моему? Да, 300 грамм. Это мне очень надолго. Иногда хочется, крайне редко, но бывает. Эти две упаковки на несколько месяцев. Ну вот. А, картошка еще. Картошка у этого же хуторянина покупали. 3 килограмма по 1 евро. Картошка по 1 евро. Мусор. Мусор забирают. Тушу мясо с овощами. Здесь паприка большая. Большая помидорина. 2 большие луковицы. Укропчик, петрушка и паучок зеленый. Здесь прованские травы еще. Перчик. Под крышечку будет тушить. У меня рис. Мясо практически готово. Рис. Ну, вот такой ужин будет. Вот столько я нашагала. Это в субботу. Это вот в воскресенье. А это вот понедельник уже. Кто говорит, что я около кастрюль только стою? Хожу. Большое, что посмотрели. Спасибо большое за комментарии. Счастья вам, любви и здоровья. Чистого неба над головой. Заходите, пишите. Всем пока.